Всем добрый вечер. Я очень рада, что сегодня мы с вами вместе и снова проведем этот час за очень интересной темой. Одной из самых перспективных тем, не только просто потому, что мы все работаем в компании Oriflame, да, но а самое главное, что компания наша сделала уникальный продукт, уникальный бренд внутри компании Oriflame, это бренд Novage. Именно сегодня мы поговорим о том, как правильно его позиционировать и вообще, как правильно его продвигать. Давайте сначала с вами проверим звук, как меня слышно, как меня видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, десяточки, поставьте там хорошо слышно, хорошо видно, кому как угодно, как удобно, как угодно, да, и мы с вами будем начинать. Те, кто у нас задерживаются, потянутся, а кто нет, значит, посмотрят нас в записи, да. Хорошо, меня слышно и видно, хорошо, отлично. Вы знаете, среди сегодня вот... Все информации, которые у нас есть с вами про Novage, про то, как непосредственно рассказывать и делать сессии, как нас учат компании, как мы сами какими-то методами проб и ошибок начинаем это делать, вы знаете... Кажется, ну что же вам еще рассказать, да? Я думаю, что сегодня у нас присутствуют в основном лидеры, да? Или люди есть, которые совсем недавно начинают. Вот я даже вижу, что у нас из участников есть мужчины, очень приятно. Я надеюсь, что вам сегодня тоже будет полезно и интересно, потому что мужчины тоже могут использовать Novage. Это очень классный продукт, и мужчины тоже его используют. Вот, давайте с вами посмотрим, кто у нас есть, то есть насколько вы в бизнесе, то есть есть ли у нас новые люди, кто на 3%, на 6%, кто еще не проводил Novage, поставьте, пожалуйста, единички, вот если есть такие люди, или вам только предстоит еще это провести, поставьте, пожалуйста, ага. То есть есть все-таки те, кто еще этого не делает, да? Хорошо, а скажите, есть те, кто, может быть, еще не пользуется Novage и экологен или лифт эксперт не использует, ну, не пробовал никогда? Тоже поставьте двоечки, если есть такие люди, которые еще не пробовали наш бренд Novage. Двоечки, если есть. Ау, мы такие все прогрессивные, классные, потому что на самом деле все используем. Ага, Владимир еще тоже не использует. Ну, надеюсь, что после сегодняшней встречи вы попробуете все-таки наши продукты или у супруги, или, соответственно, закажете сами и на самом деле будете наслаждаться комплексным уходом, классным комплексным уходом по уходу за кожей лица, да? Ага, и Анна вот тоже есть, да? Хорошо, я поняла. Все остальные в основном, рано еще лифт-эксперт. Но вот, например, Бог ты мой, слушайте, забыла, потому что в основном с Lift Expert. Какой у нас бренд, подскажите, 25+, True Perfection, боже мой, слушайте, бывает же такое. True Perfection можно использовать, 25+, даже я бы сказала 23, спасибо огромное за подсказку. Даже 23 можно использовать, вы знаете, даже 20 лет я рекомендую иногда, если кожа сухая, проблемная, то я рекомендую даже в 20 лет использовать True Perfection, потому что, ну, скажем, хуже точно не будет. Вот, спасибо большое, вы используете. Хорошо, ну что, тогда начинаем. С теми, с кем, может быть, не знакома, немножко представлюсь, но вы уже, наверное, почитали, да? С компанией Oriflame я знакома уже 17 лет, и вы знаете, самое приятное, это то, что мое знакомство с продуктом началось именно с продуктов по уходу за кожей лица. И, наверное, я себя считаю все-таки больше экспертом по уходу за кожей лица, потому что мне очень нравятся наши продукты по уходу за кожей лица. И очень жалко, что очень много людей думают, что Oriflame это все-таки в первую очередь гель для душа, помада, тушь, да? А ведь на самом деле компания Oriflame начала свое производство именно с ухода за кожей лица. И мои самые первые любимые продукты, в которых я безумно была влюблена, потому что мне было 19 лет, и я тогда первое, что попробовала, это была коллекция алоэ по уходу за кожей лица. Сейчас она тоже есть, это органика, уникальная продукты, растительный ингредиент, очень классный для нормальной сухой кожи, да, в принципе, для 20 лет потрясающий результат, но вообще ей можно даже пользоваться с 14 лет, да, хорошее очищение, хорошее увлажнение кожи, вот, и когда я впервые попробовала, я подумала, боже мой, как может такой потрясающий продукт так стоить?
И я, конечно, была покорена этим продуктом, и с того момента я начала проводить потрясающие мастер-классы, тогда у нас это называлось. Мне было 19 лет, и я просто на своем собственном результате поверила в Oriflame, да. Но спустя какое-то время, конечно же, мы начали быстро расти и развиваться, и мне посчастливилось, ну и, конечно, это закономерность, конечно, побывать в Швеции непосредственно, в Швеции, в Стокгольме, откуда родом компания Oriflame, да, и увидеть, что это такое изнутри. Впервые мы поехали в Стокгольм на конференцию, компания там отмечала свое 45-летие, ну и уже полтора года тому назад мы собрали целый автобус, 50 человек своих партнеров, директоров, менеджеров и просто клиентов, классных клиентов, и отвезли их в Стокгольм. И я вам покажу, как это все выглядело. Вот мы находимся на центральной улице, это самая, одна из самых центральных улиц Стокгольма, и вот вы видите сверху здесь написано Oriflame Sweden, да, вот именно в этом офисе, в этом здании, мы так специально издалека с Галиной сфотографировались, да, чтобы было видно, что именно в этом офисе в Стокгольме, в этом здании в Стокгольме находится наш главный офис компании Oriflame и, соответственно, наш институт кожи, поэтому так вот это выглядит со стороны, да, когда мы зашли вовнутрь, вот таким вот образом выглядит внутри наш офис, то первое помещение, которое нас встречает, вы видите стойку со всеми продуктами, вот это вот топ-15 мира висит, да, всегда можно посмотреть, кто здесь есть наши любимые спонсоры, да, тут есть, соответственно, выставленные стеллажи с нашими продуктами, да, витрины, вот, очень красиво, очень все свежо, светло, и вы видите здесь моих директоров, которые ездили вместе с нами, и организатора Татьяну Кулич, да, после всего мы продвинулись в сам институт кожи, где, соответственно, мы познакомились с Ален Мавоном лично. Представляете, вот люди, консультанты, вы видите, насколько здесь есть взрослые женщины. Есть женщины, которые здесь по 70 лет, представляете, поехали с нами. Для того, чтобы узнать, на самом ли деле Oriflame это так серьезно, на самом ли деле наши продукты не причинят вреда для их кожи в 70 лет. И это было уникально. Кто-то даже поехал с детьми, у нас были дети, я извиняюсь. Ой, простите меня. У нас были, с нами ездили даже дети и с удовольствием ходили на экскурсию. Вот вы видите, на столе стоит Novage, только-только все, только-только компания запустила бренд Novage, стоит коллекция Lift Expert, которую мы пробовали, о которой вдохновенно рассказывал Ален Мавон. Правда, он настолько вдохновлен своим детищем, что было, вы знаете, он на самом деле француз, он очень сам по себе такой достаточно спокойный, и мы с ним знакомы уже очень давно, он давно является директором института кожи Oriflame, да, кстати, хочу сказать, что очень мало компаний, которые имеют свой институт кожи, но он настолько вдохновлен идеей Lift Expert, что это его детище, 7 лет, долгих лет он потратит для того, чтобы мы с вами впервые подержали в руках баночку, да, Lift Expert. И на самом деле было очень интересно. Он нам показывал образцы растений, стволовых клеток, да, откуда это все происходит, откуда это все берется. Рассказывал очень интересные факты об Lift Expert. Показывал журнал, в котором напечатан медицинский журнал косметологии, в котором есть 7 научных статей, которые он написал о Lift Expert, о бренде Novage от Oriflame. К сожалению, мы его взять не могли, потому что это очень узкий круг, очень маленький тираж, это только для определенного круга людей, но дал нам ссылку, поэтому если кому-то будет интересно на английском языке, сможете у меня спросить, я вам подскажу. Вот таким образом мы потом смогли сами сфотографироваться, обязательно, Оксана, сброшу. Вот так вот нас разделили на две группы, но здесь вот вы можете увидеть уже знакомых нам людей, и Ольгу Кедровскую, и Татьяну Сорочек, да, и Галину, и Ольгу Кривых. Вот, ну и, соответственно, еще вам покажу фотографию еще с одним нашим экспертом в косметологии. Это эксперт, которого компания выкупила, это Хлоя из Калифорнии. Это женщина, которая не так давно в составе, нашем составе, научном составе компании Oriflame. Человек, которого компания выкупила за очень большие деньги у конкурирующего, ну не буду говорить у конкурирующего, просто у тоже очень серьезного производителя.
и очень долго сражалась за этого косметолога, за этого эксперта, человека, который уже 40 лет работает в косметологии, и за ее спиной огромное количество разработок, серьезных разработок косметологии. И вы знаете, самое удивительное, что в этой женщине, это ее возраст. Когда мы к ней подходили ближе, да, это на конференции, на бриллиантовой конференции в ЮАР. Мы тогда как раз вот запускали только экологен. Компания так очень активно промонсировала. И она как раз разрабатывала эти продукты. И мы все фотографировались, нам всем было интересно. И было интересно, сколько ей лет. Потому что было видно, что она не делала подтяжку. Видно, что не использует филлеры. Видно, что у нее очень ухоженная, красивая, зрелая кожа, не молодая. Да, а такая, знаете, зрелая, не 40 лет, ну, как бы со стороны видно, вроде очень молодо, да, и нас всех интересовал вопрос, а сколько же ей лет, вот как вы думаете, ну, конечно, на фотографии вам очень трудно оценить, вы видите ее в наших брошюрах, в журналах, в руководстве по применению продукции, вы можете про нее прочитать, 55 лет. Нет, ей не 50, вот почти близко, но не 50, ей 65 лет, можете себе представить? Мы были в шоке, когда мы фотографировались и восхищались просто, насколько она ухожена, и когда мы узнали ее возраст, мы просто были в шоке, потому что по шее было видно, что, ну, было, ну, вот как бы по шее было видно, что уже очень, ну совсем не 40, не 50, да, но мы не могли даже подумать, потому что образ ее и ее лицо на самом деле не говорило о том, сколько ей, у нее биологический возраст. Поэтому на самом деле нам есть чем гордиться. И люди, которые делают наши продукты, поверьте, милые дамы, мы с вами можем выглядеть в 65 вот так же ухоженно и красиво, без пластических операций. То есть красиво, скажем, стареть красиво, да? Ну или не стареть, а... Ну, не знаю, как хотите, можете это назвать, вот, но в любом случае это очень классно, да, вот, ну и что, сегодня хочу с вами поговорить конкретно о сессии по уходу за лицом, именно Novage, бренд Novage компании, это не просто продукт, это бренд внутри компании Oriflame, как бренд Giordani Gold, да, точно так же и бренд Novage, Ultimate Lip, да, эта коллекция, конечно, 40+, хотя компания не пишет конкретно возраст, потому что признаки старения, на самом деле, на сегодняшний момент, это очень такая тонкая грань, да, очень трудно сказать на сегодняшний момент, сколько женщине лет. Я буду сегодня потихоньку вам рассказывать о том, что же из себя представляет этот бренд, как его нести, как его предлагать вашим знакомым, ну и, соответственно, каким образом вы можете больше еще верить в то, что вы предлагаете шикарные продукты. И я скажу вам честно, огромное количество людей, когда пробуют наши продукты, они говорят, боже, какой потрясающий эффект. Вы знаете, нет ни одной женщины, которая бы не сказала бы, ой, ну вы знаете, то же самое, вот что я пользуюсь, все то же самое. Всем нравится, все в восторге. Вот. Но когда они узнают цену, они все как-то сразу так, знаете, сжимаются. А ведь на самом деле нам с вами нужно понимать, что наш Novage – это продукт класса премиум, это продукт класса лакшери, это на самом деле уникальные дорогие продукты. Я сегодня с вами хочу кое-чем поделиться. Вы все наверняка знаете бренд Lancome, да? Знаете, если вы... Давайте с вами договоримся, что вы мне поможете, вы будете немножко реагировать, ставить плюсики, единицы, что хотите, лишь бы вот я видела вашу реакцию, чтобы я понимала, что вы как-то реагируете, что я не зависаю, не молчу, и меня слышно и видно. Хорошо? Очень прошу вашей помощи. Хорошо, спасибо. Вот. Продукт Lancome и бренд Lancome – это очень серьезный продукт и производитель. Это продукт лакшери, достаточно высокого класса, потому что это продукт, который выпускает косметику класса люкс, парфюмерию класса люкс. Если вы посмотрите, вот так вот выглядел человек, который изначально создал в таком маленьком французском городке свою первую косметическую линию компании и компанию Lancome. И создание первого 1936 году было создание первого питательного крема Nutrix в 1936 году. Ну и продвигал Lancome свои активно продажи исключительно школами продаж. Да, то есть он учил правильно и грамотно продавать
своих консультантов, не, ну, консультантов, своих продавцов, людей, которые представляли бренд Lancôme. Поэтому не просто там продавалось, да, а именно обучение, шло очень серьезное обучение. Шанель, я думаю, что Шанель вы больше, может быть, знакомы, и, может быть, смотрели фильм, потрясающий фильм «Коко Шанель», о ее биографии, о ее истории. Удивительная история, удивительная женщина, 1883 год, да, то есть это, ну, это же вообще, да, то есть можете себе представить, насколько и когда человек заинтересовался вообще тем, чтобы жить модой, узнавать новые продукты какие-то, что-то самому творить, что-то самому делать. И, конечно же, Шанель изначально была известна своими шляпами и потом своими модными коллекциями одежды, да, своим черным платьем, своим искусственным жемчугом, конечно же, ароматом Шанель номер 5. И если вы посмотрите на стратегию продвижения бизнеса Шанель и вспомните даже фильм, то она продвигала себя через промоушен среди богатых подруг и со сотрудничеством со звездами, да? То есть не просто, опять-таки, какая-то реклама. Нужно было себя показать, нужно было себя продвигать. В принципе, можете провести такую аналогию, посмотреть, как это работает, да, у нас тоже. Бренд Dior, очень серьезный тоже бренд, кутюр, да, тоже лакшери, и тоже, если обратите внимание, 1905 год рождения, да, 1947 первая коллекция одежды New Look, и, конечно же, первый аромат Miss Dior, такой шипровый аромат, да, очень многим известный. Ну и, конечно, если вы увидите тоже, как продвигал Dior свои продукты, это эксклюзивная рекламная кампания и серии фланкеров, то есть это различные брошюры и так далее, да. Шисейда тоже всем известный, наверное, бренд, может быть, не очень, у нас крайне редко его можно встретить, но опять-таки в Duty Free, в хороших магазинах, вот я не знаю, в Крафте есть вот у вас Крафт в городах, но вы можете зайти и посмотреть ради интереса, что из себя на сегодня представляют эти косметические бренды. И если вы заметите, то Шисейда это более, ну, знаете, такой вот... фармацевтика, я бы сказала, это не просто косметический бренд, а именно такой фармацевтический бренд, да, он больше такой более лечебный продукт, да, и если вот вы посмотрите, то философия вообще, философия Шисейда просто на самом деле соотношение нашей философии в Oriflame, это доставить удовольствие покупателю, это то, что необходимо делать на сессиях на Вейдж, да, постараться доставить удовольствие людям, которые уделили свое время среди всех своих дел, а мы все очень заняты, конечно же, именно нам, да, поэтому это нужно всегда об этом помнить. Ну и, понятно, распространение буклетов промо-акций, это все то, что тоже делаем мы сегодня. Такой очень известный бренд Estée Lauder. Я тоже думаю, что вы о нем слышали, и наверняка, может быть, даже где-то кто-то вам говорил, да? Тоже обратите внимание, женщина, да, Estée Lauder, она родилась в 1908 году, да? Стратегия успеха – это собственные рецептуры кремов, да? И как она их продвигала, обратите внимание, в салонах красоты, мастер-классы, да? Это все то, что делаем мы с вами. Презентация на дому, в школах, гостиницы, личное обучение продавцов, креативные методы продвижения. Это все то, что делаем сегодня мы с вами для того, чтобы продвинуть бренд Novage. И обращаем внимание на бренд Oriflame. Да? Это компания, которая была основана в 1967 году братьями Йонасом и Робертом Афьокником. Безумно скромными, интеллигентными, талантливыми, богатейшими людьми. Вы знаете, я никогда не устаю поражаться признательности и скромности этих людей, когда каждый раз, когда мы уезжаем на конференцию, на золотую или на бриллиантовую, каждый раз, когда нас чествуют, это люди, которые стоят на сцене и жмут нам руку. Вы знаете, я вот думаю, ведь они на самом деле могли бы быть в VIP-зоне, да, и наслаждаться этим потрясающим банкетом, когда идет поздравление, кушать вкусную еду и говорить: «Боже, какие мы молодцы, вот это все наше», да. А они стоят на сцене, одному из них 80 лет, да, Йонасу 80 лет в этом году, а Роберту 78, представляете? И они стоят и каждый раз жмут нам руку за то, что мы участвуем в продвижении нашего бренда и за то, что мы продвигаем продукты Oriflame. А ведь, в принципе, они осуществляют наши мечты.
И вот обратите внимание, что первый центр был сделан в 1972 году в центральном офисе в Брюсселе, да, и первые 10-15 это тоже продвижение, исключительно домашние встречи среди своих знакомых на теннисном столе, да, первые коробки собирались, да, и мы непосредственно изначально выпускали продукты по уходу за кожей лица, и самый легендарный наш продукт — это создание продукта нашего смягчающего, специально смягчающего крема. Если вы заметите, то он даже не поменял свой логотип, он остался с тем же логотипом, да? Что на сегодня? А, кстати, в 79 году в Дублине первая фабрика. Я хочу, чтобы вы обратили тоже внимание. Любой продукт, ну, я думаю, что есть те, кто это знает, но, может, есть те, кто не знает. На наших продуктах везде написано Oriflame Cosmetics, да, потом написан Стокгольм, и внизу написан Дублин, и Дублин подчеркнут. Именно в Ирландии, в Дублине была первая фабрика, и на сегодняшний момент в Ирландии, в Дублине у нас свой исследовательский центр, лаборатория, где компания производит огромное количество своих продуктов, растительных продуктов, которые входят в наши составы. Компания сама их выращивает, а потом, соответственно, высушивая или каким-то образом перерабатывая, раскладывая их на низкомолекулярном уровне, добавляет в наши с вами продукты. То есть наши продукты натурально, они не синтетическим путем создаются в лаборатории, они создаются из натуральных ингредиентов, да? И я всегда об этом подчеркиваю, огромное количество людей не понимает, что значит натурально. Это не говорит о том, что у нас нет добавок, которые продлевают срок годности. Это просто говорит о том, что наши продукты выращены. То есть если здесь находятся растительные какие-то ингредиенты, например, растительные стволовые клетки, да, растений, или, например, та же аспарагиновая кислота, да, которая находится в Lift Expert, или, например, алоэ, да, то это все выращено непосредственно компанией, и потом уже оно перерабатывается, раскладывается на молекулярном уровне и добавляется в наши продукты. В этом есть уникальность наша, да. Вот. Ну и, конечно же, новый продукт, который первый появился в 2009 году, это наш Wellness. Это тоже очень большое достижение компании Oriflame, и на сегодняшний момент количество консультантов в мире превысило 3 миллиона человек. Можете себе представить, нас с вами 3 миллиона. Мы те люди, которые продвигают бренд Oriflame сегодня. И, скажем честно, от теннисного стола до международной компании. На самом деле, я очень горжусь компанией Oriflame и всегда говорю о том, что у нас свой институт кожи, что у нас своя лаборатория и институт исследований в Ирландии, в Дублине, что у нас 6 собственных заводов, и завод каждый прописан, и компания выпускает свои продукты на своих собственных заводах, либо на заводах, которые она берет в аренду, не по лицензии, это тоже очень важно. Мы гарантируем 100% качества всем нашим продуктам, это уникально. Это то, что многие забывают сказать, они думают, что все об этом знают. Но, к сожалению, единицы знают о том, что Oriflame — это настолько серьезный, крутой бренд. Да? Итак, что хочу сказать еще. Еще хочу сказать, я не зря вам показала все эти бренды, которые есть, потому что бренд Novage – это продукт именно класса люкс, это продукт очень высокого уровня, это продукт, который нужно и позиционировать с продуктами Lancome, Estée Lauder и Dior. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эти вот итоги теста, компания их проводила добровольно, специально сравнив два производителя и два идентичных продукта. Экологен, который наш был создан на стволовых клетках растений, и компания Lancome Genifique точно таким же образом делала как раз тогда свои открытия. И если вы посмотрите на итоги теста абсолютно независимой экспертизы, из 23 параметров экологен равный в 20 из них. Представляете? По тому, что заявляет каждый производитель. А в трех это разглаживание морщин, это сияние кожи и структура крема мы лучше, чем Lancome Genifique. Сейчас внимание, цена. Lancome Genifique, я вам скажу, даже по сыворотке, потому что сыворотка такой самый активный, крутой такой стимулятор в коллекции, да? Сыворотка стоит в Lancome 100 евро. Наша сыворотка стоит в Oriflame. Подскажите мне, пожалуйста, сколько? Простите, не знаю цен, просто беда. Знаю только баллы. Сколько стоит наша сыворотка? Просто сыворотка, наша экологен. Пожалуйста, подскажите, вот кто-нибудь, кто-то знает, представляете, какие вы все молодцы, никто не знает цен, потому что мы можем себе позволить это купить, правда? А не так, что
ну, как бы для нас это дорого, на в несколько раз меньше, очень, вот, 32,4 доллара стоит, спасибо, Оль, большое, с сывороткой, то я думаю, что это цена стопроцентная в каталоге, да, представьте себе, 23 параметра выше, ну, вернее, 3 параметра круче, а цена какая другая. Нам нужно об этом говорить людям, которые с удовольствием готовы покупать качественные, дорогие продукты. Внимание, сейчас под ваши аплодисменты я покажу следующий слайд, который, может быть, вы еще не видели. Это наш новый продукт Lift Expert. И опять-таки компания сама отдала наш продукт на независимую экспертизу. Посмотрите, среди каких продуктов. Среди Dior, среди Estee Lauder и среди Lancome. Мы с вами, дорогие мои, на втором месте. Конечно, это ночной наш крем Lift Expert. Потрясающий продукт. Представьте, на втором месте с небольшим отрывом. Посмотрите цены. Это, конечно, российские рубли, но приблизительно даже все равно вы знаете. Посмотрите, 9500, 1700 наш продукт, 7600 Estée Lauder, 7200 Lancome. Господа, сегодня нет проблемы купить крем для лица, нет проблемы купить уход, если женщина себя любит и ухаживает за собой. Проблема в другом. Почему мы хотим, каждый производитель хочет, чтобы мы купили у него? Oriflame за то, что мы покупаем у него, не только нам дает лучшее качество, не только нам дает возможность сэкономить, да, там эти 20%, оно дает им возможность покупать эти продукты бесплатно, если мы рекомендуем эти продукты своим друзьям, если мы сами пользуемся и верим в это. Если мы еще плюс ко всему даем возможность своим знакомым покупать эти продукты, учим их, как правильно купить, и они покупают, остаются довольны нашим, ну, своим результатом, да, который на самом деле невозможно не заметить в любом возрасте, какой бы вы продукт для себя ни выбрали, то, соответственно, почему бы не Oriflame? Почему бы не покупать наши продукты класса люкс, высокого качества, достойные уважения во всем мире, признаны на самом деле на очень высоком уровне, и при этом не зарабатывать на этом деньги? Извините, пожалуйста, минуточку, у меня техническая пауза. Буквально через минуту я вам пока включу ролик. Итак, я думаю, что этот ролик, может, не все видели, и на самом деле потрясающее видео, особенно его очень круто показывать на презентации тоже и на сессии, и давать ссылки, потому что очень шикарно представлен наш продукт, и Ален Мавон, и Магнус, и так все красиво снято, что невозможно устоять, а хочется на самом деле быть вместе вот в таком вот окружении, да. Я надеюсь, что я вас убедила, что на Novage от Oriflame – это на самом деле серьезный бренд внутри компании Oriflame, что Lift Expert – это серьезнейший прорыв в косметологии, в лифтинг-уходе, и на самом деле результаты потрясающие. Я вам скажу на себе, хотела пошутить, но не буду, хорошо. На самом деле результаты потрясающие, я вам скажу, как молодая мама, когда не спишь по ночам, то если имеешь кожу достаточно сухую, да, то, конечно же, результаты недосыпания, а сон – это очень важно для молодости кожи, да, влияет очень, очень сильно влияет на структуру нашей кожи, на восстановление. И если бы не наша сыворотка Lift Expert, я просто даже не знаю, что бы я делала. Поэтому, милые дамы, обязательно для себя имейте хотя бы вот такой вот активатор, если не всю коллекцию. Так что я вам хочу сказать. Наша цель – это лучшие сессии по уходу за кожей и лицом. Я очень хочу, чтобы по уходу за лицом, вернее, я очень хочу, чтобы каждый из вас на самом деле стал профессионалом и продавал как можно больше продуктов и именно наборов. Я точно знаю, что это возможно, потому что сама лично у меня в окружении нет ни одной женщины, которой есть 40 лет, которая бы не имела набор Lift Expert и не сказала мне 10 раз, 1000 раз спасибо. Даже самые привередливые, которые не верят, которые сомневаются, скептически относятся, они, видя на мне результат, попробовав эти продукты, некоторые даже просто по телефону, но я хочу сделать акцент, это знакомые, очень хорошие знакомые, зная меня лично, зная мой возраст, они с удовольствием покупают эти продукты. Так вот, давайте перейдем к сессии.
План встречи. Конечно же, это подготовка к проведению сессии. Очень важно, чтобы проводил человек, который понимал, о чем он говорит, чтобы он пользовался сам этими продуктами, чтобы хотя бы понимал, что зачем правильно говорить, да, чтобы хорошо выглядел, чтобы был уверен в качестве и верил в то, что он говорит. Это очень важно, да. Место проведения играет большое значение. Вы знаете, я такой достаточно перфекционист, у меня всегда очень хорошие, большие офисы, но учитывая, что я была в декрете, почти 2,5 года, честно вам скажу, наслаждалась жизнью благодаря компании Oriflame. Я скажу вам честно, что офиса у меня не было. И сейчас я снимаю офис вместе со своим старшим золотым директором. Да? Не могу сказать, что вот сейчас вот в процессе, чтобы найти новый красивый современный офис, да, новый красивый современный офис, я вам потом дальше в картинках покажу, в идеале, как я хочу, чтобы это выглядело. Наборы продукты, конечно, Novage должен быть обязательно везде, продукты должны быть хорошими, ухоженными. Обязательно вы должны понимать, что должны быть вся линейка представлена, даже ночной крем я всегда ставлю на стол, это тоже очень важно. Набор продукции, которые будете использовать, это и True Perfection, и коллаген, и, конечно же, Lift Expert. Я делаю обязательно всегда стоит у меня на столе 3 наших набора. И, конечно же, аксессуары. Я к этому отношусь очень серьезно, потому что люди, которые готовы заплатить 2 миллиона за набор, поверьте мне, должны получить хороший уровень сервиса. У меня красивые зеркала с подсветкой. Вот если кому-то будет интересно, я вам расскажу, где их купить. У меня исключительно белые полотенца, но не для лица ни в коем случае. Они такие небольшие для рук, чтобы постелить себе на колени или вытереть руки, если вдруг будет некомфортно. У меня всегда есть бумажные полотенца и бумажные салфетки, которые стоят всегда на столе, чтобы можно было где-то протереть лицо или как-то, если что-то вдруг неудобно, да. Обязательно все крема берутся лопатками или ватными палочками, никогда это не дублируется, это все очень стерильно. Ватные диски, заколки для волос, все должно быть продумано, очень удобно. Всегда лифлеты наши, да, то есть вот журналы вот такие, которые вы видите, обязательно должны быть, не каталоги, а вот эти журналы, там очень хорошо подробно все написано. Если вы что-то забудете, ничего страшного, все равно это можно все прочитать. Ну и, конечно же, сами вы, да, то есть ваше настроение, ваш позитивный настрой. Ну и уход за лицом. Я тоже потом в дальнейшем расскажу какие-то свои фишки, потому что в компании четко, грамотно это все разложено, и я просто не хочу на это тратить время. Но обязательно вам расскажу о том, что я рассказываю и каким образом убеждаю человека покупать, например, определенные продукты, да. Приглашение. Вот здесь вот то, над чем я очень долго думала, и до тех пор, пока у нас не появились непосредственно пригласительные сертификаты на сессию, соответственно, я вам скажу честно, что очень трудно было приглашать. Я сейчас работаю в команде со своим новым менеджером, который вышел в том каталоге на 15%. Мы ее поздравляли, Наталья Дорошкевич. Если она здесь есть, Наташ, привет тебе большой. Спасибо за твой труд, потому что труд сделан проведен колоссальный. Очень много контактов, очень много раздано пригласительных. Могу сказать, что на холодном рынке продавать Novage практически сложно. Очень сложно, просто катастрофически сложно. Нужно очень много раздавать пригласительных, очень много контактировать с людьми и после самой сессии с ними встречаться и 3, и 4 раза для того, чтобы люди делали заказы. Поэтому теплый рынок – это самый эффективный метод продаж. Практически 90% люди покупают Novage. Это ваши консультанты, которые были неактивны, зарегистрированы, терминированы, но у вас есть их номера телефонов, вот как у нас произошло, мы их обзвонили, они все купили Novage абсолютно, не просто 205 баллов, а все брали по 250 баллов, тональные основы, базы под макияж, консилеры для век, вот все, что мы показывали, все люди для себя покупали, и 250 баллов практически делал каждый. Вот таким вот образом выглядит сам сертификат внутри, да, обязательно вы заполняете время, дату и место, он вот так вот красиво выглядит, да, формата А5, вот так вот, да, вот здесь вот у нас из журнала было очень классное, очень мне понравилось, что по цене чашки кофе вы приобретаете для себя качественный уход, и вот эта вот лицевая сторона, твоя кожа будет моложе тебя, это очень тоже было интересно, и вот когда человек разворачивает, он
видит вот этот вот вариант. Когда человек берет такое в руки, на самом деле очень приятно брать в руки красивый сертификат, и это не просто уже приглашение по телефону, потому что по телефону приходит очень маленький процент. Если вам по телефону приблизительно человек 10 говорит, что они придут, то в принципе в целом приходит человека 2. Если вы даете сертификат, то из 10 человек приходит 5-6 человек, то есть в принципе 50% людей, то есть, ну, они обязательно должны сказать «да», то есть вы должны им позвонить и подтвердить. То есть сначала вы их приглашаете на уникальную сессию по уходу за кожей лица новым продуктом Novage, да, Lift Expert, где они узнают о новинках косметологии, где им эксперт подберет грамотно, правильно уход, и они попробуют одни из самых лучших революционных продуктов и узнают, как правильно ухаживать за собой, и смогут задать какие-то еще вопросы. И когда человеку вы это проговариваете, конечно же, он более доверяет вам, и если вы еще ему оставляете сертификат, то, конечно, это выглядит намного-намного презентабельно и более 100% достоверно, что человек придет. Поэтому с сертификатами работать очень удобно. Вы можете их давать людям, которых вы регистрируете, и они тоже без проблем смогут красивый сертификат подарить своим знакомым. Там не написано, что он бесплатный, написано просто, что сертификат на экспертную сессию, да? Это тоже очень важно, не нужно говорить бесплатно. Бесплатно, ну, как бы вообще это ни о чем, это не про нас, да? То есть вроде как бы мы хотим быть ближе, но давайте убирать слово бесплатно. Если вам будет интересно, что касается сертификатов, то я точно знаю, что мы делали, я платила достаточно дорого, а сейчас Валера Родькин с Мариной, они у себя нашли очень хорошие варианты. Если оптом заказывать большими партиями, 5000, то можно за хорошие деньги заказать. Поэтому, кому будет интересно, пожалуйста, мне пишите, я вам скажу, перенаправлю, и сможете себе это заказать и этим пользоваться, этим работать. Если есть какие-то вопросы по поводу пригласительных, как их давать и так далее, можете мне писать. Я постараюсь, ага, мы сделали, молодцы, отлично, хорошо, вот. То есть, и вот если кому-то будет интересно, то говорите. Вот это как раз офис, про который я говорила, это офис моей мечты, особенно вот этот белый с этими стульями. Кстати, эти стулья сейчас тоже можно приобрести, очень красивый. Красивые стулья. На самом деле, помещение, где вы проводите, играет большое значение, точно так же, как ваш, конечно же, внешний вид. Потому что если вы проводите в таком неформальном стиле, то, конечно же, точно так же неформально к нам и относятся. Вот возьмем, к примеру, компанию Mary Kay. Великолепная компания, лидер на рынке прямых продаж, точно так же, как и мы, да. Но у них есть такое золотое правило в Oriflame. В первую очередь, это 3К, костюм, колготки и каблук, да, что, к сожалению, очень часто игнорируем мы с вами, да, поэтому очень, я не говорю про всех, я хочу сказать лишь про, может быть, тех, кто это игнорирует, потому что в нашей команде, я точно знаю, мы все выглядим просто респект, и мы все выглядим, на самом деле, очень круто, и вот не знаю никого из нас, кто может выглядеть не так, но в любом случае, еще раз, вот если будут ваши новички, и, конечно же, удобнее, у меня возникают иногда вопросы, но мне удобно, вот, удобно приходить, идти в балетках, мне удобно, мне неудобно целый день ходить, там, например, в костюме, мне это неудобно. На что я говорю? Принесите, пожалуйста, все в офис, повесьте, пришли в офис, переоделись и чувствуете себя хорошо. Вы знаете, я тоже не хожу по улице на каблуках, считаю это дурным тоном. И этому я научилась в Европе, особенно в Швеции. Шведы не ходят, ни одна женщина не ходит на каблуках. Они настолько себя любят, они выходят с бизнес-центра в хорошем дорогом костюме, в черных колготках и в белых кроссовках Nike для ходьбы. И никто у них не ходит на каблуках, потому что это тоже, ну, неправильно. Но в офисе, как говорит Эвелина Хромченко, обязательно носок должен быть закрыт и обязательно должен быть каблук. На что многие говорят, что одежда не главная, а вот Стив Джобс ходил всегда в белых кроссовках, да, и ничего, это ему не помешало стать одним из самых богатых людей, создать один из самых крутых брендов, как Apple. На что она сказала, вот когда будете Стив Джобсом, тогда и будете ходить в офисе у себя в кроссовках. А пока нет, дорогие мои, как бы нам удобно не было или неудобно, нам нужно одевать каблук, и, к сожалению, это правда. Летом, кстати, можно не одевать колготы, это тоже по сегодняшним канонам этики, возможно, этикета, вернее, возможно, в офисе такой вариант, летом, именно летом.
Итак, когда вы это все подготовили, я вам просто вкратце, я уверена, что вы все это делаете. Когда вы это все подготовили, самое главное – это ваш настрой. Ваше восприятие не только от того, как правильно все друг за другом вы расскажете, а самое главное – это то, насколько вы эмоциональны будете в своем разговоре, насколько вы будете расставлять акценты. Ведь важно не то, вот если вы здесь заметите, всего лишь 7% – это содержание нашей речи, да? 38% – это впечатление, которое оставляет ваш голос, да, это ваши приятные какие-то вещи. Я рада вас видеть, садитесь, пожалуйста, да, я с удовольствием сейчас все вам расскажу, да, я с удовольствием вам отвечу на ваши вопросы. То есть вот такие вот моменты, самые элементарные, которые люди в нашей жизни слышат, мне кажется, крайне-крайне редко, да. Ну и 55% нельзя, конечно, не отметить, это внешность и ваше поведение. Поэтому тоже всегда старайтесь человеку предложить воды, да, предложить помыть руки. Мы всегда моем руки перед сессией, всегда только нашими лучшими брендовыми продуктами. Сейчас я очень люблю нашу коллекцию Essenza, это с лимоном, да, и с розой, можно или тот, и еще не было ни одной женщины, которая бы не восхищалась качеством нашего этого продукта, и все ой, это Oriflame, и я вам скажу честно, это очень-очень приятно, поэтому не жалейте тоже на это, этого хватит надолго, но при этом впечатление и дополнительные продажи у вас всегда будут. Ну и, конечно же, ролик я вам уже показала, да, почему мы говорим про Novage, почему мы говорим про Lift Expert, потому что сегодня женщина не выглядит на свой возраст благодаря косметике, благодаря тому, что косметология шагнула настолько вперед, что мы с вами, даже трудно нам определить, сколько нам лет, я говорила об этом в начале, и компания провела шикарный эксперимент, да, Lift боже мой. Вот как же это так? Вот вы понимаете, вот даже сама забываю, вас вот тут сижу, учу, да, а вот сама забываю, H-рефлект, боже мой, знаю, это от зубов отскакивает, да, H-рефлект, и на самом деле они были поражены результатами, что 4 из 5 женщин не выглядят на свой возраст. И на самом деле сейчас нельзя сказать, вот я раньше могла на сессии, на мастер-классе сказать, ну, предположить, некоторые уверенные в себе женщины, они говорят, ну, вот скажите, насколько я выгляжу, да? И вот всегда как-то, ну, вот я плюс-минус могла всегда приблизительно сказать, сколько женщине лет. То есть сейчас это практически невозможно, потому что есть женщины, которые в 40 лет выглядят, как будто им 50, а есть женщины, которым 50, и они выглядят на 40, точно так же и в 30, точно так же и в 20, это правда, я думаю, что вы со мной согласитесь, что сейчас очень трудно и лучше вообще нежелательно определять женщине возраст, лучше искренне и честно у нее спросить, сколько ей лет. Так вот, эти исследования, которые провела компания, 1000 женщин, которые принимали участие из разных стран, это была Россия, Германия, Норвегия, Швеция, 23 признака старения компания зафиксировала, да, такую экспертизу вели очень разные специалисты, не только специалисты компании Oriflame, но и независимая группа оценивала состояние кожи, да, женщин, и поэтому, конечно же, мы с вами можем наблюдать вот такой вот результат кропотливой работы. Компания выявила 12 признаков старения кожи, да, и если вы здесь видите, это тусклость, текстура, тон кожи, морщины, вы все это можете прочитать, я уверена, что вы все это знаете. Но Lift Expert непосредственно работает на потере упругости, да, и, конечно, морщины тоже, потому что там есть стволовые клетки. И вот тоже, когда мы были в Стокгольме, то Ален Мавон нам рассказывала о том, что в первую очередь морщины не под глазами гусиные лапки выдают наш возраст, да, не морщины на лбу, не морщины вокруг губ, а именно вот эта межбровная морщина. Не знаю, знаете, такой анекдот, женщины всегда так делают, где мои деньги, да, мужчины так всегда, какие деньги, да, вот мы так всегда смеемся, чтобы разрядить атмосферу, так вот, не надо так делать, мы, наверное, в компании Oriflame так не делаем, потому что мы сами зарабатываем, уверены в себе, и поэтому у нас ни у кого вот абсолютно межбровных морщин не бывает, да. Так вот, Novage – это бренд, который заявляет, что лицо – это ты, а не твой возраст, результат научных инноваций, передовые технологии, экстракт растительных стволовых клеток, клинически доказанное действие. Тоже хочу сделать на этом акцент. Вы знаете, что только Novage, бренд Novage, был протестирован клинически. То есть все наши группы, наших продуктов по уходу за кожей лица, экологен, королевский бархат, диамант,
Optimals, да, алоэ, то есть все наши продукты прошли только дерматологические потребительские тесты. То есть дерматологические – это на аллергию, потребительские – только структура продукта, то есть на руку нанести, понюхать, и потребители сказали, да, очень хороший состав, нам нравится, нравится, как он по текстуре, нравится по запаху, нравится, как он на коже, да, но это и все. И только на Vage бренд были проведены клинические доказательные действия, где участвовали именно женщины, и когда их смотрели, то есть когда смотрели, когда они использовали продукты, наблюдались, да, и, соответственно, наблюдались группа женщин, которые не использовали наши продукты, нашими экспертами и независимыми экспертами. И я хочу сказать, что это очень дорогостоящее испытание, и не каждый производитель, абсолютно не каждый, дает возможность, ну, скажем, нам с вами, потребителям, иметь вот эти вот клинические доказанные действия. И мы должны про это обязательно говорить на сессии, что наш продукт 100%, 100% гарантирует результат, о котором заявляет компания. Потому что у нас есть дерматологические тесты, потребительские тесты и клинические тесты. И нужно об этом говорить, потому что люди об этом ничего не знают. Они приходят на встречу. И 100% женщин, я не знаю, как у вас, милые мои партнеры, коллеги и друзья, но у меня и 100% женщин, 90% не знают, чем они пользуются. И это грустно, потому что мы говорим о самых элементарных продуктах. Мы не говорим о самолетах, машинах, домах, квартирах, золоте, бриллиантах, да? Мы говорим просто о продуктах, которые каждые 3 месяца заканчиваются или каждые полгода. Еще раз повторю, это 7 лет исследований. Наш продукт Novage 7 лет разрабатывался, 1000 активных ингредиентов, 30 тысяч генов различных растений было исследовано, и только один аспарталифт был найден и добавлен наш лифт-эксперт, да? Запатентованный комплекс аспарталипт – это производная аспарагиновой кислоты. Она из пшеницы, в ягодах асаи. Это натуральный ингредиент. Вот именно этот продукт воздействует на коллагеновые волокна нашей кожи, на фибропласт. Да? Фибропласты начинают работать намного активнее, как заявляет компания, что они станут моложе, да, на 20 лет, работать будут просто себя не помня, знаете, есть такое выражение, ну, немножко пошучу. Впечатляющие результаты клинических исследований повторяться не буду, но если здесь вы обратите внимание, упругость кожи повышается уже через 28 дней. Я хочу, чтобы вы обратили на это тоже внимание. Сегодня мне раздается звонок от моего старшего директора, она говорит, Олеся, слушай, у меня женщина купила набор полностью, весь набор Lift Expert, звонит мне через 2 недели, вот прошло 2 недели, говорит, я не вижу никакого результата. Я говорю, Оль, о каком результате вы говорили, что ты имеешь в виду результат? Она говорит, то же самое, что я пользовалась, то же самое, что я не пользовалась. Понимаете, женщине 56 лет. В 56 лет процесс регенерации клеток составляет где-то 48 дней. О каком результате через 14 дней мы можем говорить? У нее даже обновление эпидермиса не произошло, да? Поэтому только через 28 дней хотя бы вы видите состояние тургор, улучшается только тургор. То есть вот когда вы руку вот так делаете, да, вот отжимаете, то есть кожа, когда молодая, она моментально возвращается. Вот это состояние тургора. То же самое на коже лица. Когда вы, ну, на коже не надо так делать, но на коже рук можно, потому что кожа рук, кожа лица и кожа шеи, да, декольте, это наши возрастные, ну, скажем, 3 возрастных паспорта, об этом нужно знать. И вот на руке можно попробовать, посмотреть. Поэтому, конечно, говорите людям, что через 28 дней улучшается тургор кожи, да, упругость кожи, а уже состояние вот именно морщины, контуры, да, упругость через 12 недель. Об этом заявляет компания, да. Ну, а еще раз, мощный экстракт растительных стволовых клеток Будлея Давида – это то, что работает с морщинами. Ну и, конечно, клинически доказанный результат – это сокращение глубоких морщин, да. Вот.
Ну и что? На 70% более упругая кожа за 12 недель. Я вам скажу честно, я сама пользуюсь NaVeg. Мой супруг пользуется NaVeg. Я, конечно, много всем пользуюсь, но я, вы знаете, когда-то мне повезло, и я попала, когда жила в Минске, к потрясающему косметологу в очень дорогой центр. Тогда это немного их было, мне бы тогда было 23 года. Это был центр Holiday, один из лучших таких серьезных профессиональных центров косметологии. И мне попался косметолог, которая, когда смотрела на мою кожу, говорила: да, вы очень хорошо, у вас очень хорошая кожа, но сухая. Но это правда, у меня тип кожи ближе к нормальной, к сухой, у меня очень мелкие поры. Вот, и она говорит: но ваши глаза, у меня такая большая подушка, да, под глазами. Она говорит: но ваши глаза выглядят не очень хорошо. И я говорю: что значит не очень хорошо? Вот я пользовалась тогда гелем алоэ, Вера, да, вот, но мне так нравился, и я говорила: боже, мне так он нравится, мне так его хватает. Но на самом деле, оказывается, мне его не хватало, кожа под глазами тоньше у нас 5 раз, практически не содержит пор, да, при этом мы делаем тысячи мимических движений в течение дня глазами, красим глаза, трем глаза, улыбаемся, да, жмуримся, поэтому глаза, конечно, очень активны. И она мне говорит: вы знаете, если у вас уже появились морщинки, уже есть, уже не просто даже мимические, уже нужно продукт, который будет локально воздействовать на это. Я говорю: что, можно возрастной какой-то продукт? Она: конечно. Говорит: если у вас есть в компании возрастной, попробуйте. И я попробовала тогда продукт первый раз, королевский бархат. И я вам скажу честно, под глаза с 23 лет пользуюсь королевским бархатом. И я рада, что мои глаза... Кожа под глазами выглядит очень хорошо. И сейчас тоже вам очень рекомендую, если у вас есть уже мимические морщины и не мимические морщины, используйте не только какой-то основной базовый крем из коллекции, который вы используете, а используйте еще дополнительно сыворотки. То есть даже вот нашу вот такую вот сыворотку Lift Expert я ношу в области глаз обязательно. И через 10 минут не могу на себя налюбоваться. То же самое делаю на сессии. Я наношу абсолютно всем, абсолютно под глаза, только так, подальше, да, сыворотку, потому что она дополнительно увлажняет, и, конечно же, результат потрясающий. Так вот, раньше я проводила сессии, делала на пол лица, но это было очень долго, занимало много времени. Я передумала это делать и решила делать все-таки на все лицо, и как бы уже, насколько женщине это будет нравиться. Но вы знаете, не каждая женщина хочет себя фотографировать, и поэтому у нас есть один директор, а у нее есть мама, которая... разрешила показывать свою фотографию до и после использования коллекции NaVeg Lift Expert. И я вот хочу с вами поделиться этой фотографией. Потрясающая женщина, ей 50 с лишним лет, 50, наверное, 7. 22 часа. Вот, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на ее две фотографии. Вы посмотрите на ее веки. И вы увидите, что у нее веки под глазами, насколько они, подушка стала меньше, она ушла вверх. Вы посмотрите, насколько скулы ушли вверх и наполнились, тургор кожи какой стал. Посмотрите на носовые морщинки и на контур, на овал лица. Ну и, конечно же, вот эта межбровная морщинка. Посмотрите, как заметно по глубине, насколько разная кожа. Я вам скажу честно, каждый раз, когда мы показываем эту фотографию, во-первых, а, женщины хотят прийти на сессию, и б, женщины с удовольствием хотят купить этот продукт. Поэтому тоже с удовольствием вы можете это все скачать. Все слайды с презентацией вы можете скачать, и с удовольствием я буду очень рада, если буду вам полезна, и вы сможете это показывать на своих встречах и своим знакомым. Сейчас я хочу с вами поговорить по поводу того, что продавать NaVeg – это круто, потому что, во-первых, это сразу 205 баллов, потому что это сразу системный уход, потому что это сразу результат. Человек влюбляется сразу в наш продукт без различных «но», «если» и так далее. Всегда. Что для, ну, как бы NaVeg, я вам скажу, 2 минуты утром, 2 минуты вечером, 2 раза в день, и вы имеете просто потрясающий эффект на своей коже. Вот таких 4 шага. Я сейчас буквально быстро вам расскажу о кое-каких моментах, которые я рассказываю на сессии. Ну, первый уход, когда мы начинаем уже все это тестировать, да, когда уже все рассказали, как там, что, почему NaVeg, почему Oriflame, да, и начинаем тестировать, и я говорю, первый уход, первый этап – это очищение.
очищения. Это молочко и тоник. И я перед тем, когда мы знакомимся, я всегда у них прошу, чтобы они мне сказали, чем они пользуются, просто для того, чтобы понимать, как мне с ними разговаривать. То есть, как они умываются, мне очень важно. Мне не важен бренд, каким они пользуются. Мне важно исключительно, как они умываются. Водой, мылом, молочком, пенкой для умывания. Используют ли они тоник, используют ли они специальный крем для век, используют ли они активаторы, как сыворотки, масла, маски, какие-то скрабы. И используют ли они дневной и ночной крем. И вот, милые дамы, я хочу вам и мужчины тоже. Я хочу, чтобы вы, может быть, со мной согласитесь, особенно лидеры, кто работает, может быть, для кого-то это будет новинку, я не знаю, но меня это трогает до глубины души. Когда 90% женщин в наше время, в 21 веке, до сих пор умываются водой с мылом. Это просто катастрофа. У них настолько обезвожена кожа, неважно, жирная она, сухая она у них, комбинированная, она у них просто обезвоженная. Почему? Потому что вода, которая есть в наших, течет в нашем кране, она имеет много тяжелых металлов. Потому что мыло – это щелочь, а наша кожа – это pH-нейтральная среда, ближе такая кислая с щелочной. И когда мы щелочью еще больше это все угнетаем, то, соответственно, наша кожа начинает защищать себя. Она начинает активно, вместо того, чтобы впитывать крем, который они потом наносят, потому что у них кожу стягивает со всех сторон, да, они просто наносят, то есть крем вместо того, чтобы впитаться, кожа активно начинает вырабатывать сальный секрет для того, чтобы восстановить вот этот вот pH-нейтральный баланс, барьер кожи, защищает ее от той агрессивной среды, в которую мы ее постоянно помещаем. И так это утром и вечером. Утром просто умываются водой. Умыться водой – это просто освежить кожу, очистить кожу, это снять сальный секрет, очистить поры, убрать косметику, да, убрать пыль, грязь, смог, который в течение дня ложится на нашу кожу, и, соответственно, сальным секретом это все перерабатывается. И я здесь всегда спрашиваю, скажите, милые, я, конечно, им ничего не говорю плохого, я просто им это все рассказываю, я им говорю, милые дамы, скажите мне, пожалуйста, моете ли вы просто водой свои волосы, а потом наносите кондиционер? Круто, да, или маску. Полоскаете зубы просто водой, ну или щеткой, без зубной пасты. Ну раз можно, ну хорошо, два, нет зубной пасты, да, ну экстремальная ситуация. Ну из года в год, из дня в день, и всю свою жизнь, и потом, извините, в 40 лет сидеть с таким лицом, с такой кожей, что тебе можно дать 60 реально, не потому что ты там одета так, и это тоже, и прическа играет большое значение, но сама кожа, структуры, морщины, сухость кожи, тургор, овал, это очень заметно. Женщина, которая не ухаживает за собой, это на самом деле грустно в нашей стране. Грустно, потому что они не знают, каким кремом они пользуются. Они не знают, вы знаете, вот крем. Многие говорят, я пользуюсь кремом. Вы знаете, вот попробуйте послать своего мужа купить вам колготы. Вот если здесь есть мужчины, скажите, права я или нет. Вот купить колготы, пошлите мужа. Скажите, муж, купи мне колготы, да? И вот он придет и скажет, придет в магазин и скажет, моей жене нужны колготы. И вот реакция продавца, у него будут такие глаза. Потому что нужно знать, какой размер у вашей жены. Хочет она матовые или глянцевые, чтобы лайкры было больше. Хочет она с рисунком или без рисунка. А какого цвета? А сколько ден? Да? А плюс ко всему, а может с утяжкой? А на животе по всей ноге или вообще без утяжки? Вариантов тьма. То же самое и крем. Какой крем? Для какого возраста крем? А что вы хотите, чтобы этот крем делал, да? А непосредственно SPF-фактор там есть или нет в этом креме, да? Что делает этот крем? Дневной он или ночной? Каким крем? Я пользуюсь просто кремом. В наше время, говорят женщины, не стесняясь, в 40 лет, в 30 лет до сих пор люди, многие об этом не знают ничего. Поэтому нам с вами работать и работать для того, чтобы наши женщины, Беларусь, мы и так красивая нация, наши женщины просто загляденье. Вот. Но чтобы на самом деле мы были не просто красивыми, потому что в 50 лет, в 60 лет, в 70 лет не говорят, какая ты красивая женщина, а говорят, какая она ухоженная женщина. И это на самом деле самый лучший комплимент, который можно услышать в свой адрес, если вы образованная женщина.
Ну, это так, я вскользь, как бы, если я не права, то извините, если где-то там чего-то перегнуло. Ну, просто, когда каждый день ты делаешь сессию, и каждый день это происходит, это на самом деле грустно. Поэтому очищение, я говорю о том, что очень важно, как вы очистите кожу. Вы можете купить самый крутой и дорогой крем, но если вы не умоете и не очистите свою кожу правильно, вы можете выбросить его в мусорку, потому что он не впитается даже на 20%. Следующий очень важный момент – это тоник. И тоник, кто-то пользуется тоником, кто-то не пользуется. Но тоник, я вам, вот как я рассказываю про тоник, но тоже где-то услышала, мне очень понравилось сравнение тоника. Тоник не очищает, у нас нет очищающих тоников. Многие говорят, я очищаю себя тоником. Тоником очистить кожу нельзя. Можно мицеллярной водой, можно каким-то очищающим лосьоном, если он для подростковой кожи, потому что для зрелой кожи очищающих лосьонов просто не существует. Вот. Тоник просто восстанавливает pH-баланс, до конца делает комфортным ощущение на коже лица после молочка или после умывания пенкой. При этом тоник закрывает поры, подготавливает кожу к нанесению дневного или ночного крема. Это как форточка между нашей кожей и между кремом. Вот когда душно, вот я в тот раз проводила вебинары, закрыла, было очень тепло, закрыла окно, потому что там очень сильно шумели дети во дворе, я думала, что они меня будут постоянно отвлекать, они играли в футбол, это были очень большие звуки, я постоянно смотрела на окно, потому что мне хотелось, мне было жарко, я думала, почему, и я вот постоянно смотрю, думаю, почему у меня закрыта форточка, да, мне душно, и как только я ее открыла, у меня глоток воздуха пошел, вот точно так же и тоник делает с нашей кожей и с кремом. Когда мы наносим крем на сухую просто кожу, у нас такой парниковый эффект создается между кремом и кожей, и очень долго крем может впитываться, и в принципе он даже не впитается, мы его просто вытрем одеждой, нанесем макияж и все, да. А нам же нужно, чтобы крем проник как можно глубже, в третий слой кожи, там, где зарождаются новые клетки кожи, да, которые, соответственно, потом мы увидим результаты, которых нам компания гарантирует, да, или результаты, которые были проведены. Поэтому наша задача наносить кожу, наносить крем на увлажненную кожу. Поэтому тоник для этого и создан. И я вам рекомендую, мне, кстати, очень понравилось, порекомендовал это наш мой партнер и моя подруга Катерина Гераскина, наносить тоник просто сразу на руки, без спонжика. Вы просто на руки наносите, и человек вот так делает и наносит себе на лицо, на шею. Это на самом деле очень удобно. Тоник не остается в ватном диске. Ну и зачем нам какой-то... какая-то, грубо говоря, прокладка между тоником, ну и, соответственно, нашей кожей. Если это можно сделать руками, я не знаю, почему мы раньше этого не делали, это на самом деле очень удобно и очень комфортно. Поэтому я всячески объясняю, что молочко и тоник – это очень важные продукты для того, чтобы ухаживать за собой, и игнорировать их ни в коем случае нельзя. Ну, глаза немножко пропущу. С глазами все понятно. Третье – это активатор, это сыворотка. Вот в сыворотке у нас находится 70% активных ингредиентов всей коллекции. Можете себе представить? 70%! То есть это очень много. Это говорит о том, что сыворотка – это вот как... Во-первых, ей нужно пользоваться каждый день и утром, и вечером. Иногда даже вечером можно не наносить ночной крем. Может быть, ну, я не говорю не наносить, вообще нужно, потому что ночной крем – это отдельная тема. Но может быть, да, но сыворотка днем ни в коем случае не может быть одна, потому что она не имеет SPF-фактора, она не супер увлажнит вашу кожу. На что рассчитана сыворотка Lift Expert? В первую очередь на тургор. Она подтягивает моментально. Если вы работаете уже с сессиями, сами используете, вы видите, когда вы наносите сыворотку, вот я нанесла крем для век, потом наношу сыворотку, и глаза просто поднимаются, подтягиваются, кожа везде, на лбу. Вот здесь вот контур, овал лица. На самом деле результат потрясающий. То, что происходит с женщинами на сессиях, если им по 60, по 50 лет, а возраст именно женщин, которые покупают наборы, именно наборы на Вэдж, это 45-60 лет, вот по нашей статистике. Поверьте, у меня сейчас недавно была женщина, мы ее, кстати, поздравляли за 3%, 250 баллов, ей 71 год. Можете себе представить? Она потрясающе выглядит. Она купила вот просто сходу, это теплый рынок, по рекомендации своей подруги она пришла.
И это на самом деле потрясающе. И как бы человеку нравится, и он с удовольствием пользуется, да. И когда мы вот наносили, результат, ну вот реально потрясающий. Если у нас еще там результат мы можем заметить, да, то вот когда вы наносите сыворотку вот на зрелую кожу, да, такого элегантного возраста, то, конечно, результат виден сразу. И это не может оставить равнодушным ни одну женщину, да. Вот, поэтому сыворотка обязательно, посмотрите на консистенцию, показывайте, какая она легкая, она мгновенно впитывается в кожу, да, то есть она намного легче, чем крем, результат мгновенный, и сыворотка, она должна быть всегда как палочка-выручалочка, если вам нужно всегда выглядеть супер, да, просто супер, вот сыворотка должна быть всегда у любой женщины. Ну и, конечно, четвертый этап, это самый основной базовый этап, это уход, это дневной и ночной крем, два абсолютно разных продукта, без которых нельзя. Дневной крем содержит SPF-фактор. Ни одна женщина не может выйти сегодня на улицу без SPF в креме. Да? Почему? Потому что ультрафиолет группы B, именно он разрушает коллагеновые волокна, именно он проникает глубоко в кожу и вызывает морщины. Я вам скажу, что я сама специально не загораю, но даже если бы я и загорала, у меня такой слегка легенький загар. Но я вам скажу точно, что благодаря тому, что я не загораю и всегда наношу фактор SPF всегда очень высокий. Благодаря этому свою кожу сохранила от пигментации, потому что у меня с детства веснушки, и сейчас у меня их нет, благодаря нашим продуктам. И на самом деле очень-очень рекомендую абсолютно всем, вот кроме нашего Lift Expert, вот я сейчас всем женщинам на встречах, и думаю, что сейчас вот у нас еще каталог работает, да, наш крем-протектор, который идет на Wedge SPF 30, да, вот, вы видите, да, вот этот вот продукт, потрясающий продукт, уникальный, во-первых, его можно использовать как базу под макияж, он такой белый, такой тоже очень красивый шифоновый, какой-то перламутр в нем есть, он подходит абсолютно для всех типов кожи, и несмотря на то, что он достаточно легкий, очень подходит для жирной кожи, в нем содержится гиалуроновая кислота, это то, что позволяет нам с вами увлажнять нашу кожу, поэтому продукт просто супер, я его обожаю, у меня его приобретают очень много, и вот именно на лето я рекомендую всем этот продукт в дополнение всегда иметь, ранняя весна и летом. Плюс ко всему дневной крем, он защищает нашу кожу от воздействия, агрессивного воздействия окружающей среды. Мы с вами живем не в очень хорошей экологии, у нас в Гродно так вообще азот уже за вот это лето несколько раз взрывался аммиак, и я вам скажу честно, ну грустная история, когда там пишут все «закрывайте окна, уведите детей с улицы». Вот, честно скажу, грустно, поэтому думаешь, ну хорошо, астаксантин и наш Novage нам поможет, поэтому вот как-то полегче. Ну и, конечно же, ночной крем. Ночной крем, он восстанавливает нашу кожу, когда мы спим. И когда мы спим, происходят самые крутые процессы в структуре нашей кожи. Наша кожа омолаживается, восстанавливается, наша мимика расслаблена, наш мозг не гоняет какие-то разные мысли, да, и на самом деле, когда вы на ночь хорошо ухаживаете за собой, да, наносите, правильно умываетесь, наносите крем, сыворотку, ночной крем, вы утром встаете, просто потрясающе выглядите, вы нравитесь себе в зеркале. Если я не права, то простите меня, но на самом деле это правда, это замечает абсолютно все наши консультанты. Так, я куда-то опять ушла. Вот вернулась, простите. И переходим дальше к тому, что если говорить про наборы Novage, на самом деле за тот каталог у нас было продано, ну вот человек сделал 6%, у нас было продано на теплом рынке, я не скажу, что прям супер много там, да, но 6 наборов было продано, да, то есть это в одной группе, 6 наборов Novage. 7500 штук продать мыло, да, как сказала Аня Тымчук с Wellness, да, или там определенное, или 75 Life Plus наборов, да, или же 37 наборов Novage Lift Expert, вот именно Lift Expert, потому что речь идет об этом. Посчитайте, сколько ваших знакомых на самом деле еще не были на сессии. Пригласите их обязательно, расскажите, покажите. Покажите им результаты, покажите им сравнение. Поверьте, у них появится возможность 100% и желание приобрести наши продукты. Ну и мы не забываем, что это нам нужно, потому что у нас осталось уже
5 каталогов для того, чтобы квалифицироваться на лайнер, да, ну еще вот пару дней, так, сколько сегодня у нас, четверг, еще сегодня можно сделать заказ, четверг, пятница, суббота, 3 дня и 5 каталогов, да, и все возможно, все в наших руках, да. Продажи, от продажи продукта к комплексному решению, я уже буду тут пролистывать, да, продажи и рекрутирование больше новых званий. Скажу точно, что все люди, которые у нас покупают на Wedge, мы их всех регистрируем и никому не продаем в кредит. Я не говорю, что это плохо, наверное, это хорошо продать в кредит, но практика такова, что очень многие люди не отдают деньги, и это почти не дублируется, и я пока вот не готова точно таким образом работать, чтобы продавать больше наборов, но я готова работать честно, открыто, регистрировать человека, помогать ему делать 250 баллов, показывать ему, что ему это выгодно. И тогда смотрите, какой результат. Человек покупает один набор, у него уже 3%. Да? Лучше делать сразу 250 баллов, он получает стартовую программу. И назад у нас еще действует премьер-клуб, еще назад возвращается 400 тысяч. Это уникально. Вот. Это такая акция, промоушен, которую вы можете делать в течение 48 часов, и это правда работает. Если работает у нас, будет работать у вас. Плюс ко всему, 10 наборов, это 2000 баллов и уже 12%, всего лишь 10 наборов, ну и 37 наборов, это 22%, и очень хороший доход, да. Ну вот таким вот образом по 3 человека может это выглядеть вполне реально. Посмотрите свои информационные листы, кто у вас еще не был на сессии, дайте им заново сертификаты, пригласите своих родственников, сделайте очень красиво, добротно все, и поверьте, результат не заставит себя ждать. Наборы комплексного ухода на самом деле приносят хороший результат. И если вы понимаете, за что человек платит, если вы возьмете набор Estee Lauder или набор Lancome, да, Genifique, да, или, допустим, там тот же Dior, если сложить все продукты, это реально намного дороже. У меня есть знакомая сейчас, которая заказала, вот у меня вот в этом каталоге, она заказала себе первый раз Lift Expert, она пользовалась королевским бархатом. А раньше, до этого, она пользовалась Mary Kay, и у нее сестра живет в Америке, постоянно ей высылала новые различные какие-то ноу-хау продукты, и она вся такая: ко мне не подходи. Я такая вся очень крутая, и как бы я рада за тебя, но ты знаешь, вот я же сама не покупаю, мне высылает сестра, поэтому круто. И тут, когда она не знала, сколько мне лет, оказывается, мы ровесницы, и на самом деле я думала, что она немножко старше, несмотря на то, что она на самом деле очень следит за собой, и не жалеет деньги, и очень хорошо выглядит, но кожа на самом деле моя выглядит намного-намного лучше. И она сказала: ну хорошо, ты знаешь, я хочу попробовать ваш Novage Lift Expert. Она даже его не пробовала, просто когда сказала я ей, сколько мне лет, она сказала: заказывай. Вот. И я очень рада, вот ей придет в эту пятницу набор, и я надеюсь, что она будет в восторге, и ей очень понравится, потому что наши продукты на самом деле универсальны, они не имеют аналогов. Формулы запатентованы, это патент дает компании, патент дается компании любой, если она сама изготавливает свой продукт и патентует его на 10 лет. Это уникально. 10 лет ни у одного производителя не будет такой уникальной коллекции, как Lift Expert. Может быть, что угодно круче, но только не Lift Expert. И напоследок, мне очень понравилось, как сказала Estée Lauder, потому что, конечно же, уход за собой – это потрясающе. Пользоваться, видеть отражение свое в зеркале. Приятно, когда говорят, что «ой, да», удивляются, что «сколько вам лет». Это приятно, но давайте не будем забывать, что мы с вами еще плюс ко всему имеем возможность иметь потрясающий бизнес. И как сказала Estée Lauder, бизнес это не то, что можно слегка попробовать. Это не развлечение, не приключение, не минутное увлечение. Бизнес женится на нас, вы спите с ним, вы едите с ним, вы постоянно думаете о нем. Это очень серьезное чувство. Это акт любви. Вы знаете, это правда, потому что когда вы увлечены, когда у вас страсть в вашем сердце, когда ваши глаза горят, и вы видите результат на себе, вы видите результат на своих близких, вы видите результаты дохода своих коллег, на самом деле это потрясает. И хочется и больше, и больше, и больше. Я вам рекомендую на эти 5 каталогов и 3 дня, которые у нас остались, договоритесь со всеми, кто вас окружает, сделайте рывок. И давайте мы с вами поедем самой большой командой на лайнер и отметим 50-летие компании Oriflame.
потрясающее 50-летие, которое будет на лайнере в разных странах мира, потрясающие курорты, потрясающие страны: Испания, Италия, Греция, Франция. Я вот точно не буду, я уже перебираю, да, сама не помню, да. Ну, наверное, в любом случае все это есть. Я точно знаю, что каждый может. Если у кого-то это получилось, то получится у каждого. Нужно просто это захотеть и сделать. Я всем вам желаю больших продаж, закрыть потрясающе активно, ну, потрясающими результатами каталог. Вот. И как можно больше проводить потрясающих, лучших, самых лучших сессий по уходу за кожей лица для своих партнеров и для своих друзей, чтобы каждый из нас знал, что Novage – это самый уникальный продукт, который есть на нашем рынке сегодня, и аналогов ему нет. Я очень была рада быть вместе с вами. Извините за задержку в 20 минут. До встречи на следующих вебинарах. Спасибо и счастливо!